Начинаем, как всегда, с Батхёрта. Ебучий опс не хочет записывать микрофон. Второй раз записываю, блядь. Рот ебал. Рот ебал просто его. Итак, короче, что мы делаем? Хорошо, что я ничего не сохранил. Будем все заново делать. Итак, я напоминаю, что я снизил цену первого. Ну как, немножко ценообразование поменял. Первый взнос у нас будет 2 кэса, остальные созвоны по пятихатке. Плюс-минус те же 5 кэсов будет, но мы вас будем вести. И если вы, ну как бы, поймете, что ну вообще никаких нету подвижек, можете просто свалить 2 кэса, не такие большие деньги. Вот, это все благодаря подопытным. Ценообразование нашлось, вот. Поэтому будем пока что так делать. Сегодня я с хорошими новостями пришел. На данный момент из 20 с копейками, там 25, по-моему, ну пусть будет 25, из 25 подопытных не получилось только у 4. Так, если посчитать, то это 80% человек у них получилось из подопытных. Поэтому это очень хорошая циферка. Это очень хорошая циферка. И по ней я могу судить, что я теперь точно знаю, как делать хвост. Расширенный пока что у нас в разработке. Но, по всей видимости, до расширенного там очень недалеко. Потому что у многих получается... Точнее, по разу получился и расширенный. Они знают, что это такое. Но его нужно закрепить. Поэтому... Ну, также я скажу, что для многих хвост это вот за глаза просто, за глазища. Расширенные они даже не вывозят, понимаете, да? Чтобы вы там не надеялись, ну, не то чтобы не надеялись, они какие-то себе там, блядь, мысли придумывали, как женатики, блядь, сделали, просто пиздец, в ахуе женатиков. Мы с ними вообще отдельно поговорим. Это я прям под конец оставлю. Таких дурачков я, блядь, давно не видел, пиздец. Так, тем не менее, что у нас есть? Мы будем переделывать вот это вот все. Всю вот эту хрень, да, то есть... требования к тушке. Вот этого верхнего не было, это я потом вставил чисто для Арса, но забыл ему передать и правильно сделал, потому что практически... Все здесь неправильно, да? Возраст до 30 неправильный, возраст до 45. До 45 у всех получается. С 45 не было, по-моему, вообще подопытных. Вот, поэтому оставляем вот так. Да? Без заболеваний дыхательных путей и нервной системы. Вот на дыхательных путей мы ставим вопрос, потому что с астмой у челика появилась. И нервной системы мы тоже ставим вопрос, потому что с депрессией и с ОКР у людей тоже получалось, причем не просто, блядь, хвост, а именно расширенный получался. Поэтому здесь какие-то достаточно серьезные проблемы. Хотя и депрессия считается серьезной. Короче, за неимением данных оставляем вот так, под вопросом. Рост, вес оставляем примерно тем же, с маленькой мышечной массы проблематично, но все равно получается. Процент жира до 20 оставляем, НЦЛ убираем, абсолютно не имеет значения, сколько там у вас баб было. Безработный тоже убираем. Здесь мы оставляем заебанность мозга всяким бредом. А, забияность, блядь. Заебанность мозга оставляем. То есть у челиков, у которых мозг заебан всякой хуйней, там разных уровней абсолютно. На этом мы не будем акцентировать внимание. Если у вас мозг забит калом, будь то МД, будь то построение отношений не такуську, ну, до свидос. Очень, очень трудно из этого выбраться, да. Вот, у кого мозг не забит, в принципе, плюс-минус нормально все получается. И то, даже если у вас мозг забит не такуськой, это как бы, ну, такой лайтовый вариант.
Я думаю, что если можно быть семьей какой-то, это гораздо большая проблема. Это мы об женатиках вообще ниже. Я просто в шоке нахуй. Заранее извиняюсь перед всеми женатиками, но ребята, которые были на опытах, просто неадекваты. Спойлерну, у женатиков тоже получилось. Поэтому мы их со счетов особо не скидываем, но, блядь, как полу... Я в ахуе просто. Просто в ахуе. Силовые 100 килограмм снимаем до 80. Хватает и этого. Вот. 100 килограмм это перебор. Это у нас пару таких, блядь, попалось, у которых быстро получилось. На самом деле 80 вообще вполне хватает. Даже для быстрого. Но там есть и челики, которые вообще со спортом, ну никак. И у них тоже получилось. Каким-то образом. Я думаю, что вот это вот силовые, это больше для расширенного, потому что там гораздо сильнее нужно будет зажимать все. А для хвоста этого хватит. 20 подтягиваний тоже дохуя. Оставим, ну вот так оставим, хуй с ним. Я так понял, что не особо важно. Там были челики, которые, блядь, 5 раз еле подтягивают, все равно получалось. Образ жизни разъебаем, вычеркиваем. Делай на похуй, в принципе, нормально. Фармакология, понятное дело, что нормально. Далее, что у нас было? У нас был такой эффект, как антитолерантность. Давайте, блядь, полностью напишу, что такое. Долбоёбы тоже узрели. Антитолерантность. Что это такое? Это какая-то штука обратная толерантности. То есть, когда человек принимает ПАВ, у него вырабатывается толерантность, то есть у него становится больше рецепторов, но меньше нейромедиаторов. То есть они не выделяются. Здесь эта хуйня действует наоборот. И нужно время для того, чтобы сформировалась какая-то критическая масса рецепторов и нейромедиаторов. И да, похоже, что рецепторы растут. Какой-то там челик прикольнулся. Что вдруг это рецепторы растут? Блять, да, походу рецепторы растут. Как-то так. Шутки шутками, но похоже, что это серьезнее, чем мы думали. Чем я больше углубляюсь, тем эта штука, блядь, серьезнее. Соболезную МДшникам, на самом деле. Ну и дурачкам, которые еще ждут, что бесплатно будет. Все, парни, бесплатно не будет. Почему? Потому что методичка себя не оправдала. Исключительно по видеосвязи это делается. Видео, давайте видеосвязь. На 10-м где-то подопытном я понял, что люди делают вообще, блядь, неправильно, абсолютно неправильно. Не факт, что правильно делают даже те, кто научился. Да, вообще не факт. Вот, ну как-то получилось, возможно, что получилось не то. Вот. Поэтому обязательно вот эта вот штука нужна и контроль в течение. Ну, пока первый раз не пробьет, нужен обязательно контроль. Что делаешь, как делаешь, созвоны постоянные. Поэтому я немножко ценообразование сменил. Ну, пока что так. Попробуем. То есть мне выебываться не к чему. Меня с работы поперли. Бабки, в принципе, нужны, поэтому пока я не устроился на новую работу, как-то так будет. Вот, не факт, что это как-то долго продлится, хз. Ну, а я на самом деле удивлен, очень сильно удивлен то, какие, блядь, идиоты на канале сидят. Просто, блядь, с 5000 человек там 1000 адекватных. Просто в ахуе. Я не понимаю, вы себя там вроде за каких-то там прозревших, там каких-то, блядь, первооткрывающих, что-то там на себя возомнили, по факту все как Макс Майоров абсолютно. Просто шок. Но я как бы вас агитировать не буду, потому что такие люди нужны. Ну, нужны люди, которые будут жрать говно, иначе это говно польется на меня. То есть я это прекрасно понимаю. И на массовость не претендую никакую. В принципе, возможно, что видеосвязь это к лучшему, чем методичка, потому что это могло бы быть, знаете, такой взрыв прям неадекватно, и все просто бы перестали все делать. А теперь как бы мы можем людей, так сказать, ну, ограниченное количество людей пропускать. То есть тем, кому действительно это нужно. Все остальные, прошу, вот, патриархат,
МД, МИСП, ХУИСП, что хотите. У нас уже все понятно, как работает. Ну, хвост. Процентов 80, что я ему сделаю. У кого есть хотя бы парочка извилин, милости просим, пока ценник нормальный. Ну, как надо, это вообще, блядь, бесплатно, считай. А вот. Пока что на этом все. Еще раз спасибо подопытным. Без вас бы я так быстро не справился. Вот, теперь мы переходим к самому интересному. Это к женатикам. Женатики. Я их нахуй вот так даже выделю. Это просто пиздец. Честно, я в ахуе. Я не знаю. Короче, было 6 подопытных. Они причем пришли в первых рядах, по-моему. Ну, как в каких-то там первых рядах, я точно не помню. Практически все слились, не выходили на связь, как я и говорил. На прошлых выходных, когда я проводил конференцию, сначала один женатик нарисовался, сказал, что у него сны улучшились, чуть ли там, ну, какие-то очень странные стали. Настроение улучшилось, в принципе, есть какие-то подвижки, но этого мало. Ну, это охуеть можно просто. Просто охуеть. А потом и второй нарисовался. И у него тоже как бы получается, но ему мало, типа того. Итого из двух подопытных двое, блядь, научились. Но вся проблема в том, что они в таком говне, блядь, живут, что они не могут отловиться, понимаете? Начинаю расспрашивать. У первого я не расспрашивал, у меня жопа просто сгорела из-за того, что, блядь, он не мог нахуй или написать, или позвонить. То есть я прям очень разозлил, прям, блядь, пиздец разозлился. Я думал, что, ну, как бы... Ну, во-первых, я зря на женатиков гнал на всех, получается. Ну, прощения просить не буду, это ваши подопытные, вы, блядь, с ними нахуй разбираетесь. Вот. А, бля, сгорела жопа, я не понимаю, в чем проблема написать мне, что у вас там получилось, у вас какие-то изменения, в чем проблема перезвонить? В чем проблема, блядь? Я больше скажу, что вот эти двое, которые научились, это, ну, настолько, ну, это не русские, то есть они даже в России не живут, то есть они нормально переносят мою там риторику. Да, которая, ну, такая достаточно деспотичная. И то мне из них, ну, блядь, так получилось, что они просто, блядь, признались, сказали, ну да, что-то получается. А остальные четверо просто пропали. И неизвестно, они делают там что-то, не делают. Может, их жена спалила, может, они куколством занялись, типа, что это проще. Неизвестно. На связь никто из них не выходил. Но из этого понятно, что из 6 двое научились. Это сколько там получается? 30% или сколько? Ну, где-то, наверное, да. Где-то, наверное, 30%. При учете того, что четверо просто пропали без вести. Мне о них ничего не известно, обратная связь от них не поступала. Как-то так. Поэтому женатиков мы не списываем, но работать с ними это просто, блядь, отвратительно. Не знаю, как еще сказать. Ну, то есть, чуть что, как бы, ну, не обижайтесь, если я нахуй буду посылать. Ну, потому что это такое отношение подопытное было. Скажи спасибо вот этим двум челикам, которым просто хватило, не знаю, чего, сказать, что у них что-то да получается. Но у них ума не хватило ни перезвонить, ни написать мне. Писали они только то, что ничего не получается, всю хуйня. А оказывается, что получается. Еще раз напоминаю, для того, чтобы, блядь, получилось, нужно какую-то обратную связь давать. Вы сами нихуя не сделаете. Видеосвязь, все, видеосвязь мы вот так нахуй делаем. Методичка не поможет. Если поможет, то это какие-то точно не с нуля,
И она помогает только тем, кто, блядь, уже практически может это делать. Просто его наставить там на путь истины. Вот и все. Это челики, которые уже занимались чем-то подобным. Будь то там мантык-чия, будь то там какие-то эти восточные практики там и прочая хуйня. У них получится. С нуля нет. Это невозможно показать все. Так что на сим я откланяюсь. Счастливо всем, до новых встреч.